Здравствуйте, это «День Надумская», Алла Есина, Александр Новицкий. Сегодня весь день, я думаю, вся страна будет помнить о том, что произошло в 7:45 утра. Эта дата и эта цифра наверняка останутся навсегда черным днем в истории украинской журналистики. Погиб журналист Павел Шеремет, был убит цинично, кроваво и показательно. Собственно говоря, об этом мы будем говорить. У нас новый гость. Это писатель, бывший журналист, хотя на самом деле бывших журналистов не бывает. Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Прежде чем перейти, скажем так, к вашей творческой деятельности, наверняка вы тоже прочитали о том, что произошло утром в Киеве. Да. Павел Шеремет был достаточно известным журналистом. Вот в России тоже происходили подобные ситуации, громкие убийства журналистов. И, к сожалению, что в Украине, что в России, в принципе, по факту они расследованы никогда не были. И, скорее всего, никто из нас никогда не узнает, кто выступал заказчиками этих убийств. Вот сегодня уже 2000-е годы, 2016-е. Насколько вообще это приемлемо, чтобы в демократическом обществе таким образом решались вопросы? Ну, в любом обществе, где существуют серьезные конфликты и при этом нет достаточной политической культуры, это происходит. У нас с вами движущиеся немножко в разных векторах две страны третьего мира, по большому счету, да, которые обе функционируют немножко по законам банановой республики. У нас там немножко в направлении хунты, у вас, будем надеяться, в направлении свободы и демократии все дело идет, хочется верить. Вот, но, тем не менее, конечно, вот это убийство, оно показывает, что все, мы очень далеки. И вы, и мы, к сожалению, от Европы, от цивилизованного мира. Вам не страшно было, к слову, вот не могу не спросить, не страшно было ехать в Украину, учитывая тот информационный поток, который идет в России? Нет, вы знаете, ну, во-первых, я его очень сильно фильтрую. Я вообще Украину очень люблю и давно приезжаю. И надо заметить, что первый мой приезд в Украину состоялся вскоре после первого Майдана, когда я, будучи обычным российским телезрителем, точно так же был убежден, что, значит, здесь бардак, беспредел, что все в то время популярна была тема воровного газа, и это меня, как обычного российского телезрителя... Наколотые апельсины еще были. Вот это все, да. Американские валенки. Безусловно, находился под влиянием всего этого. Но приехав, просто познакомившись с людьми, пообщавшись, проникшись духом киевским, свободным, я вашу страну полюбил и с тех пор часто сюда достаточно приезжаю. Очень сопереживаю демократическим процессам, происходящим в стране. Во время Майдана мои симпатии были на стороне моих друзей, выходивших, обычных киевлян, выходивших на улицы города, чтобы просто сказать, что им не нравится то, что с ними делает власть. Очевидно, совершенно воровская. Вот. И можно говорить о манипуляциях, о финансировании и так далее. Но и о том, что людей там обманывают, обманули снова там, и так далее. Да? И о том, что это, по большому счету, ротация тех же самых лиц из двух, по большому счету, больших финансово-промышленных кранов. Кланов, олигархическая система. Олигархическая система управляющая страной. Но моя симпатия здесь на стороне людей, которые хотят, чтобы их жизни переменились к лучшему. И, безусловно, мои симпатии были совершенно на стороне Майдана. Дмитрий, вы же писатель. Вы же писатель не просто, а футурист. И, ну, кстати, рисуете не всегда в своих произведениях радужную картинку для писатель, человечества. Да. Вы можете сейчас попытаться заглянуть внутрь себя и, ну, что бы дальше произойдет после этой ситуации с гибелью журналиста? Изменится что-то? Станет хуже или лучше? Не думаю, что что-то поменяется. Потому что даже после такого ужасного убийства, как убийство Гангадзе, ну, изменения начались гораздо позже. Да, и скорее, как мне кажется, это расследование смерти Гангадзе, оно, ну, фактически, может быть, там стал флагом, который подняли какие-то те или иные силы. Да, но само по себе... Ну, мы видели какие-то результаты этого расследования, но я не думаю, что все причастные люди были установлены и наказаны. И, к сожалению, так бывает часто в таких странах, как у нас с вами страны. Это Поэтому правда. Я надеюсь, что какое-то расследование будет произведено. Я думаю, что люди, которые шли на убийство Шеремета, они знали, что делают, и в достаточной степени маскировали себя. А убийство это преследовало конкретные манипулятивные цели. Все это немножко производит впечатление какой-то спецоперации разработанной, знаете. Кем? Вот этот вопрос. Я пока не успел разобраться в ситуации. Ну, у нас но тоже часто, такое впечатление. Много вопросов. Часто, да, да. Это, ну, так похоже на действия спецслужб. Чьих спецслужб, я не берусь сказать. Потом много же отставников спецслужб, которые обслуживают интересы каких-то теперь частных групп. И так было всегда. Так серые было всегда. Гуси были, есть и будут. Скажите,
Дмитрий, что происходит в России сейчас? Ведь тоже резонансные убийства не только журналистов, но и политиков, ну, скажем, самого высокого уровня и оппозиционеров. Оппозиционных политиков самого высокого уровня, да. Да. Что происходит сейчас? Возможно, мы не видим полной картинки. То, что происходит по телевизору, вы понимаете, нужно фильтровать и додумывать. А о чем говорят люди? Вообще, происходящее в российском телевидении, на российских телеэкранах, мало имеет отношение к реальности. Да? Телевидение в России – это средство массовой дезинформации, безусловно. Оно тоже, как вы, создает отдельный мир. Ну, создает новую реальность, просто конструирует, которая практически никак не заякорена, никак не сцеплена с реальностью настоящей. То есть население всей страны пребывает в таком мороке, который для нее создается усилиями центрального телевидения. Это не значит, что в России нет совершенно свободы прессы, не значит, что в России нельзя высказывать свою точку зрения. Есть еще какие-то каналы определенные, радиостанции, например. Да? Ну, вы, кстати, достаточно жесткие интервью обычно даете. И меня так продолжают звать, и в том числе не только на «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», но и на совершенно лоялистские станции, такие как «Русская служба новостей» или «Комсомольская правда». И я там говорю все то же самое. Ну, то есть полного закручивания гаек нет, и Россия, безусловно, там не является настоящей диктатурой сегодня. Да? По большому счету, это, опять же, повторюсь, другая форма банановой республики, которая там раньше она притворялась современным демократическим государством со всей своей атрибутикой, теперь она притворяется встающим с колен или с гроба там, Советским Союзом. Все-таки от политики хочется немножко уйти. Вы в Одессу, конечно, приехали не просто так. У вас завтра будет творческий вечер. Расскажите, да, подробнее. Завтра в 8 часов в терминале 42, по-моему, да? Да, верно. На Успенской. Шельевская, 33. Да, на Шельевская, 33. Угол Успенской. Да, 33, это буквально мое счастливое число. От романа «Метро 2033» произойдет встреча с читателями и разговор на тему «Будущее в литературе». От прогнозов до пророчеств и обратно. То есть то, как писатели, размышляющие о будущем, предопределяют ход научно-технологического прогресса, да, или социального, или предвидят его, да, и какие-то взаимосвязи, которые между ним существуют. И Оруэлл с его, значит, прогнозами тоталитарного общества и внедрением систем там, видеонаблюдения и каких-то манипулятивных методик, да, пятиминутки ненависти и так далее, которые мы видим в исполнении там, Владимира Соловьева, Петра Толстого, Максима Шевченко, кстати. Занимательный был пример, когда Максим Шевченко, такой заядлый пропагандист, в тот момент, когда пришла пора выбирать между национальной и культурной идентичностью, а он же украинец и такой вроде бы твердый, убежденный украинец. Шевченко, и лояльностью русской власти, да, его прямо начало корежить как-то жесточайшим образом. Но потом все-таки он сумел себя устаканить, вот привести себя в какой-то внутренний баланс обратный и продолжил обслуживать интересы российской власти. Что вот российские пропагандисты вас читают? Я не знаю, читают ли меня российские пропагандисты и кто вообще и что читает. То есть я же помимо книг занимаюсь колумнистикой немножко, да, и у меня публицистические статьи такие преимущественно социополитического характера. Наверное, кто-то где-то читает. Редакторы гостевых программ на радио точно читают, потому что каждый раз, когда у меня выйдет какая-то статья, меня, значит, зовут озвучить все то же самое. Прочитала сегодня про Олимпиаду ваш материал, и я удивляюсь, вас точно пустят назад в Россию? Ну, вообще, они не могут меня не пустить назад в Россию, потому что я российский гражданин, рожденный там, в Москве. С российским паспортом, да. С российским паспортом. За ним вы пустите делать, что хотят. Через некоторое время они могут перестать выпускать, да, как они уже пытаются смоделировать эту ситуацию. Может, были проблемы с выездом? Нет, с выездом не было проблем. Ну, слушайте, против меня никаких уголовных дел нет. И на самом деле, повторюсь, говорить в России можно все что угодно. Есть другие вещи, которые делать нельзя. Не рекомендуется заниматься уличной политикой. Вот за это могут наказывать серьезно. Там, вы имеете в виду призывы, выступления на улице? Выходить на улицу и заниматься действительно политической деятельностью. Но там это даже меня... помню случай, когда с одиночными пикетами были одиночные пикеты, и координационные это позиции. То есть люди, которые действительно... Но это по счастливому стечению обстоятельств меня и не интересует. То есть я в политику совершенно не стремлюсь. Я считаю это делом априори грязным. Но это такой процесс, в котором замешаны чудовищные реальные интересы очень богатых и очень могущественных людей, беспринципных. Я хотел бы остаться при своих принципах. Мне не интересно не быть чрезмерно богатым, мне не доставляет удовольствие принуждать других людей подчинять их своей воле, меня политика не интересует. Мне гораздо интересней наблюдать, анализировать и постараться немного телепастве пропагандистов раскрывать по мере моих сил глаза на реальное устройство вещей. Потому что сам я, повторюсь, начинал как такой же телезритель, да, с затуманенным совершенно взглядом, и там 10 лет моей работы в СМИ –
и оставшееся время, которое я со СМИ больше не сотрудничаю, я пытаюсь вообще разобраться в реальной картине, которая, ну, никакого. Почему вы со СМИ перестали сотрудничать? Ну, вы знаете, потому что на самом деле, если они там могут себе позволить гостя, который независимой позиции придерживается, я бы не сказал, что прям уж какой-то оппозиционный, да, но независимой позиции придерживается, пригласить, то как ведущий, конечно, эти вещи говорить в эфире, там, ну уж точно, государственные станции практически остались, за исключением там «Эхо Москвы», которое все равно принадлежит «Газпрому», и «Радио Свободы», которое я там... всегда удивляюсь, почему у них еще вот сохраняется эта демократия, но и лояльность. Они борются за нее, на самом деле. Я знаю, что журналистам приходят там повестки в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, их вызывают как свидетелей, да, потому что у них в эфире гость что-нибудь не то сказал. Ляпнул, и там против Антона Носика дело ведется, блогера, да, за призывы к какой-то национальной ненависти. Как-то нехорошо отозвался о режиме Башара Асада. Ну вот, и против других гостей. Но я думаю, что как журналист вряд ли я смогу говорить все, что хочу. Как писатель, не хотите ли вы создать какой-то роман-утопию о том, что происходит в Украине, об изменении страны? Надо очень хорошо ориентироваться в материале. Мне очень интересно происходящее в Украине, и я, повторюсь, очень сопереживаю этим процессом. Есть, конечно, серьезное опасение, что кончится все как всегда, как у нас все как всегда кончается. Собственно, году. Ну да, то есть люди окажутся обмануты. Да? Я искренне надеюсь, что на сей раз пойдет иначе, потому что когда революция оказывается оплачена не просто какими-то там шарфиками и пирожками, и бульоном, а человеческой кровью, да, то и ответственность у политиков совершенно другого порядка. Да? Люди, которые повинны так или иначе в пролитии этой крови или причастны к этому, они должны понимать, что теперь требования другие. Я надеюсь, что страна теперь действительно сможет. Дмитрий, давайте вернемся сейчас к вашей... двигаться вперед, в будущее. Вашей встрече, которая будет завтра, мы ограничены во времени эфира, поэтому хотелось бы четко понимать, что вы завтра расскажете интересно. Но давайте начнем уже сегодня. Ты же обознаешь, что ты фанат. Я бы сказал, что не фанат, а человек, который... Благодарный читатель творчества. Благодарный читатель, который получает удовольствие от путешествия по вселенной, которую вы создали. Создать вселенную – это действительно большой талант. Вас повезло с этим. Хотел уточнить. Есть информация, вот сейчас на подсказке, которая является маленькой афишей, которую мне дали, на которой, кстати, появится ваш автограф через какое-то время. С удовольствием. Появилась информация, которая напомнила мне о том, что будет киноадаптация. Причем не просто киноадаптация, а голливудская, серьезная киноадаптация романа Дмитрия Глуховского «Метро-2033». А я хочу узнать из первых рук теперь. Я хочу поскорее узнать побольше об этом, потому что, знаете, это не первый же случай. Дело в том, что у «Метро 2033» у нее, у этой книги, достаточно драматическая и долгая судьба в Голливуде. А первый раз права приобретались киностудией MGM 3 года назад. И закончилось, к сожалению, это ничем, потому что привлекли к сотрудничеству не очень одаренного сценариста, который просто взял все и испортил. Ну, это даже было не мое мнение, а это было... Вы контролировали как-то сценарий? Дело в том, что у писателя нет права контролировать сценарий. То есть я мог консультативно высказывать свою точку зрения, но там, к сожалению, сценарий не устроил ни продюсеров, ни студию, никого. Меня тоже нет. Странно, Мэтр Голден Мейер и такой прокол. Но у них же находятся сейчас права на книгу, правильно? А? У них находятся права на книгу. Нет, права освободились и вернулись ко мне, и теперь другие люди занимаются этим. Какая студия будет? Студия еще не определена, продюсер, который работает над адаптацией, это Майкл Де Люка, человек, который спродюсировал 50 оттенков серого, но и Капитан Филлипс, это оскаровский, значит, оскароносный фильм, и, не знаю, там, Час пик, и Дракула Untold, значит, ну, всякие разные, большие, хорошие, разнообразные, качественные фильмы. 50 оттенков серого выпадает. 50 оттенков серого, но этот был очень популярный фильм. Вот, ну, это же просто Золушка, 50 оттенков серого, на новый лад, на новый суровый лад. По большому счету, где будут проходить съемки? Это все еще не определено, к сожалению. Вы знаете, это сложный вопрос. Ведь потому что метро есть и в Нью-Йорке. Метро есть в Нью-Йорке. Не уедет ли метро в Нью-Йорк? В Нью-Йорке оно называется подземка, а вот в Вашингтоне оно называется метро прям. Но тут вопрос, потому что суть-то романа «Метро 2033» заключается в том, что люди создают подземную цивилизацию, уцелевшую, потому что находится на огромной глубине. То есть московское метро – это самый большой в мире противоатомный бункер. Действительно. Так оно и есть. Так оно и есть. Проектировалось. Да, и проектировалось так военные и послевоенные годы. И поэтому, поскольку оно там снабжено герметическими какими-то воротами и системой... Гермозатворы.
фильтров и артезианскими скважинами, и имеет доступ к бункерам, каким-то складам продовольствия, медикаментов и так далее. То есть вот там должна жизнь сохраниться в случае Третьей мировой войны, о чем, собственно, и роман. Но Нью-Йоркская подземка – это совершенно неглубокое сооружение, там буквально пара метров от поверхности, и, разумеется, если по Нью-Йорку придется хоть там ядерный удар или любое другое, там нападение Годзиллы. Но это не останавливает американцев от съемок подобных фильмов, поэтому лично мне бы хотелось, чтобы роман вернулся в первоисточник, именно в ту атмосферу. Да, но тогда будет ли он интересен американскому зрителю, это такой вопрос. С другой стороны, есть же пример двух компьютерных игр, которые созданы по мотивам романов «Метро», да, «Метро 2033-34-35». И они, несмотря на то, что... Кстати, они создавались киевской командой 4А, и именно вот наше общее постсоветское это ощущение распада и эстетики распада, да, связанные с заброшенностью нашей после советских лет, это вот такое ржавчина, потертость, вот это все наши распадающиеся сталинки, декорации. Распадающиеся наши многоэтажки, вот это все, в чем мы, собственно, наше поколение с вами росло и так любит. Оказалось, что это может вполне апеллировать и к западному игроку. Да? Ну, это показала еще игра «Сталкер», тоже киевской компании GSC. Да, 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 совершенно верно. Но «Метро», конечно, затмило на Западе успех «Сталкера». И те же самые креативные люди. То есть я хотел с ними сотрудничать еще, когда видел первые там какие-то ролики сталкеровские. И так получилось, что судьба нас свела. Я очень доволен этим сотрудничеством. Часто летал в Киев, как раз чтобы с ними обсудить адаптацию игровую этих романов. Вот. Но не все, конечно, может быть перенесено в игру и даже в кино. «Метро 2035», например, книжка, которая выходила в прошлом году, это такой же политический пасквиль на происходящее в России в последние годы, на наши, значит, вот, нация в бункере, скажем так, метафора, которую я использовал. Я думаю, что вот некоторые пласты, конечно, будут потеряны в случае голливудской адаптации. С другой стороны, американское кино способно беспрецедентно расширить читательскую базу. Да. Ну, то есть то количество людей, которые читают после того, как посмотрят кино, ни с чем не сравнимо. И можно, конечно, Нобеля получить, но боюсь, что пока не получится мне. Дмитрий, буквально последний вопрос. Над чем вы сейчас работаете и работаете ли над каким-то новым проектом? У меня есть идея одной книги, за которую я планирую взяться осенью. Это криминальная драма. Вот, немножко отхожу. В той же вселенной? Нет, отхожу от всей этой истории. Есть, возможно, планы продолжить. У меня есть серия рассказов, называется «Рассказы о родине». Это такой, ну, политическая сатира. Это тоже тема, которая мне всегда была интересна, потому что я не столько даже, на самом деле, фантаст, сколько я журналист-международник. И журналистика никогда меня по-настоящему не отпускала, публицистика. Вот. И возможно, сочетать абсурд и фантастические элементы с элементами политической сатиры, это то, что меня очень всегда привлекало. Вот была первая книга «Рассказы о родине», и, возможно, будет там новые «Рассказы о родине», или «Рассказы о новой родине». Посмотрим. Ну, вот это в корне меняет все дело. Пойдет, да. Дмитрий, я благодарю вас, что вы нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Для телезрителей я напоминаю, что завтра в 20:00 терминал 42. Приходите на творческий вечер на встречу с Дмитрием Глуховским. Для того, чтобы мы не были голословными, в конце прошу дать биографическую справку о нашем сегодняшнем госте. Мы прервемся на выпуск новостей. Юлия Прабачай расскажет о том, что происходит сейчас в Одессе. После вернемся в студию и будем говорить об Одесском международном кинофестивале. В гости мы ждем режиссера украинского фильма «Гнездо горлицы». Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Дмитрий Глуховский родился 12 июня 1979 года в Москве. Российский писатель и журналист. Автор романов «Антиутопия», «Метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2035», «Будущее», «Сумерки», «Рассказы о родине». Создатель книжной серии «Вселенная «Метро-2033». Военный корреспондент, радиоведущий. С 2002 по 2005 год работал на европейском информационном телеканале «Евроньюз» во французском Лионе. После вернулся в Россию и продолжил карьеру телекорреспондента. Входил в кремлевский пул, побывал на космодроме Байконур, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также на Северном полюсе. Оттуда в июле 2007 года сделал первый в мире прямой телерепортаж. С 2007 по 2009 год работал ведущим радио «Маяк».
В настоящий момент является колумнистом изданий «Сноб» и GQ. Известность Глуховскому принес роман «Метро-2033», который стал одним из главных российских бестселлеров. Книга переведена на 37 иностранных языков, стала основой для двух культовых видеоигр. Права на ее экранизацию выкупила голливудская киностудия MGM.